Итак, друзья, вот такой вот Outlander к нам приехал на обслуживание. Он немножко прыгнул в воду, и у него полные фары воды. Они уже не ремонтно пригодные, так как отражатели вспучило. Мы приняли решение поставить ему линзы. Сейчас будем устанавливать ему линзы. То есть будет не одна просто стекляшка, а вторая линза, а будут обе линзы стоять. И они будут работать при дальнем свете, все четыре фары. И смотреть его, заводить на техническое состояние электрики, так как ему кто-то поставил вот такую китайскую ерунду. Естественно, туда вода попала, как бы мы это все будем демонтировать. Друзья, не портите квадроциклы и не ставьте всякое китайское говно. Если делаете, делайте правильно и красиво. Итак, сейчас продемонстрирую вам, как работают новые фары. Это ближний свет в линзах. Это дальний свет. Не открываются шторки. То есть сделано все, чтобы было видно перед колесами. Пятно полностью освещается. И дальняк. Также есть противотуманки. Светит офигенно. Итак, друзья, закончили с Outlander. Поставили вот такие вот фары ему новые, заменили трос, обслужили лебедку, прошприцевали подвеску, поменяли ремень, почистили вариатор. Сейчас он поедет на мойку и будет готов к выдаче.